Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала «Играет и комментирует» для вас Луцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру в PES 2020. И сегодня финал Лиги Европы против ПСЖ. Я думаю, многие из вас смотрели предыдущую серию и видели пресс-конференцию предматча, вы видели состав уже ПСЖ. Все очень серьезно, все очень сложно обещает быть в этом финале. Но если мы используем свои моменты, если мы найдем эти самые моменты, если вытерпим в обороне, все возможно. Это последний шанс у нас зацепиться за Лигу Чемпионов, если, конечно, в PES 20 это реализовано, что победитель Лиги Европы выходит в Лигу Чемпионов, как в реальном футболе. Надеюсь, что реализовано. Итак, погнали, ребятки. Матч пройдет, кстати, на стадионе Аякса, на арене Йохана Кройфа, на котором мы Аяксу проиграли, я вам напомню, 1-0. Так что не очень счастливое место для нас. Ну что, Барсов. Барсов будет в старте. Я все-таки долго думал, кто будет в старте. Все-таки Барсов, ребята. Александр Соболев выйдет на последние минут 20 и, возможно, дополнительное время, если оно вдруг будет, кто его знает. Вот. Само собой, Рафини в отличной форме. Нобу, Жордин Боула, Померку, Есити, Кудряшов, Барцаль, Юрганов, Калугин. Так, и я думаю, что нам нужно, разумеется, акцент на оборону Есити поставить. А также сделать низкую линию защиты, уже и так стоит. Неучастие в прессинге Барсова, чтобы он там открывался, как-нибудь растягивать оборону и так далее, и так далее, и так далее. Так, замены у нас все, да, то есть все, кто в запасе, все могут выйти, это хорошо. Ну что, Хименес тоже готов выйти, если что будет. А главное, не вытягиваться в прессинг, главное терпеть сзади, только на своей половине встречать, наверное, ну, то есть, когда они середину пересекают, вот там включать прессинг. А до этого нет смысла тратить силы, будем оттягиваться назад, будем ждать ПСЖ, вытягивать их на себя, вытягивать. На вас Маркиньос, Керрер, Курзава, Минье, Гуйе, Дракслер, Верати, Неймар, Ди Мария, Мбаппе, супер, топовый состав у ПСЖ. Они всех выносили на пути к финалу Лиги Европы. Ну что ж, ну, а мы с горем пополам выходили иногда, особенно с Аяксом. Ладно. Понеслась. Эта серия будет, я думаю, в формате премьеры. Само собой, как я и обещал, без нарезки. Целиком и полностью посвящена финалу Лиги Европы. И, конечно же, надо сейчас выжать из себя максимум, чтобы ПСЖ все-таки обыграть, чтобы все-таки ПСЖ переиграть. Понятное дело, что по скиллам, по уровню они на голову выше нас, по идее. Но будем стараться за счет организации, за счет командной игры переиграть. Ну что, 50 на 50 болельщиков Сочи и болельщиков ПСЖ, болельщиков из России, болельщиков из Франции. Вот он, заветный трофей, к сожалению, не лицензированный, но да ладно. Да, в Нидерланды прилетело много, много болельщиков из Сочи, много болельщиков из Парижа. И само собой, они мечтают увидеть свою команду, которая поднимает над головой вот этот самый трофей. Для ПСЖ это тоже будет достижение, на самом деле, потому что парижане в Европе очень-очень давно ничего не выигрывали, или вообще ничего не выигрывали, это надо смотреть историю футбола. Но они просто в Лиге Чемпионов как бы вылетают в плей-офф, поэтому не участвуют в Лиге Европы. Но, тем не менее, как видите, сильнейший состав выставили на финал. Поэтому, разумеется, очень-очень-очень жаждут этот трофей. Хоть и не самый значимый для них, для их возможностей, для их бюджета, для их состава и так далее. Еще раз любуемся на россыпь звезд в составе парижан. Ну а вот наши ребята. Да, может быть, звезд тут пока еще нет, ну кроме Барцали, разумеется. Но может быть, есть будущие звезды, кто его знает. Посмотрим, посмотрим. Сразу начнем от обороны, разумеется, потому что свободные зоны бегущим Мбаппе, Неймару и Ди Марии, которые просто улетают, если что. Оставлять ни в коем случае нельзя. ПСЖ разыгрывает мяч с центра. Поехали. Так, как я и говорил, встречаем только на своей половине. Боула, надо перекрывать фланг, там Курзава. Крайний защитник подключается, ну, Боула спокойно отбирает мяч, хорошо. Так, ну и давайте поддержим мяч для уверенности. Для уверенности, Барцали. Перевод на Кудряшова. Федор. Знаете, что я забыл? Я забыл сложность показать. А то опять найдутся ребята, которые там будут, если вдруг мы выиграем, утверждать, что сложность не та. Ну ничего, после матча тогда сразу покажу. Так, Барцали зажимает тут прессингом.
Неплохо он выходит. Кудряшов. Здорово. Вытянули немножко ПСЖ вот сейчас. Кристиан Нобуа. Барсов, откроешься? Нет, его там закрыли хорошо, плотненько. Нобуа. Перевод на Мбоулу. Жорди. Подключение Калугина. Неплохо. Калугин. Боула. Нобуа чуть назад. По мерку. Ого. Это было красиво. Рафинья. Рафинья уходит от двоих. Ну что, катаем ПСЖ пока что. О, почему передача-то на померка пошла? Так, назад, назад, назад. Все назад оттягиваемся. Вот контратаки нельзя позволять делать парижанам. Так, ну и вот. Вот только здесь можно встречать. Курзава, померка. Пусть владеют тут мячом. Тут ничего страшного не происходит. И тут комары еще летают. Жесть, откуда комары? Уже холодно. Мбоула. Барсов. Спокойно придержим мяч. Никуда не торопимся. Барсов. Хорошо ПСЖ отжимает прессингом, конечно. Но можно с ним бороться, с этим прессингом, на самом деле. Барцали. Кудряшов. На Рафинью. Сразу передача вперед на Нобуа. Пятка. Барсов. Крис. И туда, на Рафинью. Здорово. Подключился. Вот не знал я, как до Барцева доставить мяч, чтобы он дошел. Защитники очень сильные у ПСЖ и очень грамотно занимают позиции. В этом проблема. Так, Нобу отрабатывает за Ди Марией. Ох, какой пас на Мбаппе. Ведь догонит. Догонит Мбаппе. Юрганов против него. Молодец, справился. Так, опять-таки, не торопимся. Высокий темп тут не для нас с ПСЖ. Ни в коем случае нельзя взрывать этот темп. На скоростных атаках нас просто уничтожат. Поэтому никуда не спешим. Калугин, Намбоулу. Здорово. Нобуа. И вот это ложное движение я сделал, чтобы немножко запутать защитников. А в итоге потерял возможность отдать передачу. Это Кильян Мбаппе. Сумел отклеиться от Барцали и сумел пробить. Сафонов бдит. Сафонов не спит. Барцали. Давай еще один перевод. На сей раз на Калугина. Хорошо, Мбоула. Нобуа. Можно... Ай, вот... Когда уже появляется возможность на Барсова отдать в разрез, тут-то ПСЖ и накрывает. Так, тут уже нужно встречать, разумеется. Мбаппе. На Минье передача. Так, спокойно, спокойно, Нобуа. Давай через Кудряшова. Рафинья. Сам пошел открываться. Кудряшов, сможешь отдать? Сможет. Рафинья. Ушел от Минье. Здорово! Раскачал. Передача на Нобуа. Крис. Нет нарушения, к сожалению. Я сейчас вот прям шел на фол. Там такая точка была для штрафного. Ну, вы видели сами. Померка чуть не успел. Мбаппе. Ох, как здорово. От Юрганова ушел. Есити. Вот, акцент на оборону сработал сейчас. Помог. Нобуа, куда ты убежал? Куда ты закрылся? Есити опять в отборе. Здорово. Калугин. Не торопимся. Опять же, не торопимся. Калугин. Да. Здесь накрыли прессингом Вератти. На Неймара пас. Остановился бразилец. Калугин против него. Тяжело Калугину. Боула. Выдвигаться, выдвигаться в прессинг. Здорово! Барсов. Сложно оторваться. Рафинья. Юрганов. Ничего себе, на месте опорника. Нобуа. Нобуа. Сложный очень пас придумал, но он не проходил. Калугин. Намбоулу. Не догнал мяч Мбоула. Даже скоростной наш Мбоула не догоняет такие мячи. Ну что, пока без моментов финал. Очень осторожно. Играем очень осторожно. И у ПСЖ нет моментов. Ну, там Мбаппе бил, конечно, издалека. Вот этот один удар. У нас, кстати, владение 65%. Но все это на своей половине. Ударов пока по чужим воротам нет. Может быть, даже излишне осторожно играем. Надо чуть побольше рисковать. Чуть побольше риска. И тогда, может быть, что-то получится. Передача на Юрганова. Спокойно опять начинаем. Померку.
подставляемся немножко под прессинг, но ничего. Барцалия. Выматываем ПСЖ, хотя они не особо выматываются, я смотрю. Рафинья. Передача на Барсова, дальше Нобуа. Вот шанс! Мбоула! 1-0! Поехали! Вот, дождались! Дождались, когда оборона ПСЖ развалится. Катали, убаюкивали. И вот, появилась зона справа. Мбоула туда ворвался и, самое главное, реализовал момент. Вне себя от радости болельщики Сочи. Так, хорошо. Но сейчас парижане полетят, конечно. Сейчас парижане полетят. Кристиан Нобуа великолепно отдал на фланг. Провалился фланг обороны у ПСЖ. Дождались мы ошибки все-таки. Ждали эту ошибку и дождались. Курзова. Заброс. Ну вот сразу, да, полетели. Барцали на опережение. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще один заброс. Зацепиться за мяч. Боула. Неплохо. Придется играть назад. Юрганов. Так, спокойно. Барцали. Опять же, владением. Убаюкиваем владением. Из-под прессинга. Выходим. Калугин. Нормально. Справился. Нобуа. Еще можно нам Боулу туда кидать. Курзова проваливается в очередной раз. Боула. Развернул. Передача на Нобуа. Ой. Надо было принять, наверное, постараться. Я боялся, что накроют защитники. Решил ударить в касание. И посмотрите, что из этого получилось. Абсолютная срезка. Так, я думаю, пришло время Соболева, ребят. Барсов ничего не смог сделать. А вот Соболев, возможно, сможет. Так, не участие в прессинге. Соболеву, да, чтобы не слетело. Сейчас еще раз проверим. Потому что иногда слетает при заменах. Тактики. И все нормально. Ничего не слетело. Александр Соболев. Так, ну я вижу, что ПСЖ уже всеми силами в атаку поперли. Вообще всеми силами. Верратти. Вперед. Кудряшов, сыграть! А подбор? Подбор никто не взял. ЕСТ против Мбаппе. Здорово! Боула сразу на вперед на Соболева не прошел пас. Так, Барцали зачем? Несогласованность, нервы. Несогласованность с Сафоновым. Боула, здорово. Открылся здесь, отклеился. Нобуа на Рафинью. Неплохо, Соболев. Аккуратно, Нобуа. Зря этот финт. Мбаппе. ЕСТ против него. Ой, хорош, как ЕСТ сегодня. Просто лучший. Рафинья. Нобуа. Соболев открывается. Получает мяч. Александр Соболев. Великолепный подкат. Терпеть, ребята, терпеть. Заброс. Померка. Подальше. Ну, выберись, ЕСТ. Ну, почему игра? Почему не выбираешь ближнего игрока? Заброс. Через себя удар. Это не опасно. Еще 30 минут терпеть. Завязали атаку ПСЖ. Ничего у них не получается острого. Это хорошо. Но мы тут максимально прагматично играем в финале. Я думаю, вы видите. Максимально просто. Кимпембе вместо Курзавы. Ну вот, они правый фланг усилили обороны. Чтобы Мбоула не убегал, да, судя по всему. Неудачная какая передача. Калугин успел накрыть Неймара. И даже... Нет, я думал, наш аут. Нет. Верратти. Гуе, Верратти. На фланге Померка против него. Подача. Никто не дотянулся. 70-я минута. Терпим, ребята. Сжали кулачки. Все, кто смотрит премьеру. Все, кто смотрит эту вообще серию. ЕСТ. Нобуа. Там Боула опять один. И перевод на Соболева. Александр. Ох, блин, эти подкаты резкие от ПСЖ. Но Соболев тут не сдался. Жалко, что ваут упустил. Эрера еще выходит. Так, нам нужен центр тоже. Нужно центр освежить немножко. Выйдет Мусаев вместо Померка. И станет вторым опорником. Надо удержать. Померка хорошо поработал.
Но больше всех, конечно, нравится мне в обороне ЕСИТИ. Боула, ай-яй-яй-яй. Верати как-то стал играть левого полузащитника вообще. Мусаев. Нет, нет нарушения. Вот это выход. Вот это да. Ай, передачу только не смог отдать. А вот здесь побороться еще. Эррера тоже свежий. Ладно. Нарушение со стороны Мусаева. Ладно. Очень активно вышел молодой опорник. Сразу в борьбу ли он вступил. И получил желтую. Не знаю за что. Заброс. Калугин на переж... Так, спокойно. Юрганов на Калугина. Неточный пас. Кимпембе свежий. Надо через левый край атаковать. Там уставший защитник у них. Рафиня, правда, тоже устал. Кимпембе. Перевод вперед. Барцали. Сыграть. Дракслер. Еще один заброс. Юрганов. Ай, угловой, да? Или нет? Отворот. Отворот. Все хорошо. Перевод на Рафинью. А тут Дракслер. Да, перехватил. Еще один заброс. Барцали. Юрганов! Из-за того, что долго обрабатывал, вот это вот случилось все. Вот это вот все случилось. Все случилось, вот это вот! Браво, Сафонов! Просто браво! Просто браво! Ну и тут Неймар. Подкручивал в дальний угол, но не смог. Не смог попасть. Как же это было близко, а? Давай через правый край все-таки. Как-то тут надежнее. Калугин. Проходит пас на Боулу все-таки. Боула. Да Верати, ты посмотри, что творит. А у нас игроки устали, из-за этого плохо уже шевелятся. Медленно все делают. Мусаев. Главное не удалиться только ему. Здорово вошел очень в игру. Нобуа. И на Соболева туда. Соболев принимает мяч. Рафиня подключается. Соболеву пас. Долго очень Соболев здесь принимал, бил. Столько времени, конечно, внутри штрафной ПСЖ никому не предоставит. Накрыли удар, но угловой. Ребят, совсем мало времени осталось. Неужели, неужели получится взять трофей? И даже атака ПСЖ... Даже атака ПСЖ. Вот если бы мы еще свои ошибки не допускали. Ладно, давайте, не будем спешить, еще 5 минут. Нобуа, подача. Нет удара. А где? Я же нажимал сразу удар. Почему Боула не пробил? Только сейчас, в защитника. 88-я минута. Так, ну тактика главное, что сработала. Минье, заброс. Скидка, Барцали. Как же он хорош, а? Если бы не Барцали, никакого бы финала Лиги Европы у нас не было, разумеется. Рафинья, здорово, Соболев. А, защита классная у ПСЖ, конечно. Они, вот нашим нападающим ни разу за спину не позволили забежать. Вообще ни разу. Чтобы отдать точный пас. Барцали. И опять Сафонов потащил. Кимпембе, еще будет шанс. Еще будет подача. Боула накрывает. Ребят, время вышло. Время вышло. Вот сейчас выстоять. Этот аут надо выстоять. Калугин. Мяч у ПСЖ. Кимпембе. Еще один навес. Судья, пора свистеть, по-моему. Судья. Судья. Все. Мы это сделали, ребята. Я вас поздравляю. Сочи, победитель Лиги Европы. Боула на 50-й минуте. Один шансик. Вот один единственный шансик у нас был, по сути. Все, мы его использовали. Больше моментов не было. Соболев тут с тренером празднует. Верати не понимает, как? Всех громили, всех разносили, а тут Сочи в финале. Нобуа поднимает Кубок Лиги Европы над головой. Ну что, я надеюсь, что мы действительно попадаем в Лигу Чемпионов после этого. Я очень на это надеюсь. Второй по значимости европейский трофей клубный мы взяли. Это была хорошая охота, это был хороший путь к этому финалу. Да, ну и ПСЖ, конечно, давил, забрасывал в конце вон там. И это ошибка. Вот там вот реально у меня сердце
чуть не выпрыгнул из груди, когда Юрганов вместо того, чтобы в касание сыграть, начал долго обрабатывать мяч и отдал пас прямо на ногу Кереру, по-моему, там защитник оказался ПСЖ впереди. И сейв Сафонова после этого. Это вот ключевой момент, ребят, мне кажется, был. Если бы ПСЖ сравняли счет, нам бы и не сдобровать. Но посмотрите на статистику, она равная. 7 ударов, 3 в створ у ПСЖ, 5 ударов, 3 в створ у нас. 40% у них владение, но это потому, что в первом тайме мы катали, боялись ошибаться, играли очень прагматично. Наверняка, скажем так. Вот, и это принесло свои плоды. Это позволило нам победить. А во втором тайме ПСЖ уже не владели мячом, они просто забрасывали, закидывали вперед, потому что время уходило. Они хотели сравнять счет. Фух, Мбоула. Кто бы мог подумать, что именно Мбоула забьет, да, в финале Лиги Европы. Лучший игрок. Ну что, давайте подводить итоги. Это было хорошо. Это было замечательно. Ну что, в нашем стиле. У нас какой-то итальянский стиль, на самом деле. Ну, такой старый итальянский. 1-0, победа такая, очень прагматичная игра от обороны, но зато позволяет добиваться успеха, даже с командами уровня ПСЖ. У меня аж голос пропадает, ребята. Блин, ну я очень волновался. Я думал, что мы не сдюжим, честно говоря. Заслужили кровью и потом, говорит Барцали, в одном из престижнейших футбольных соревнований, которым, безусловно, является Лига Европы. Теперь новый чемпион Сочи. Барцали рассказал нам, каково это — взойти на вершину пьедестала. Мы одержали победу, которая дорога сердцу каждого футболиста, болельщика и сотрудника клуба во всем мире. Это просто какое-то волшебное... Что там волшебное? Непонятно. А, вот, ощущение. Как-никак мы достигли одной из величайших футбольных вершин. Да, Барцали на старости лет еще и взял Лигу Европы. Вот так вот. Фух. Так, там уже Оренбург у нас. Через 2 дня на третий после финала. Ну, явно выйдет второй состав играть. Так, давайте смотреть. Да, у нас теперь 2 трофея. Кубок России, Лига Европы. Все в сезоне 2021. По-моему, прекрасно. Что там еще нам пишут? Бала Туре какой-то найден. Я так понимаю, левый защитник еще один. Ну-ка. Да. А вот это интересно, вот это уже серьезно. Бала Туре, француз из Монако. Рейтинг 80 для Лиги Чемпионов, а, ребята? Точность подачи у него навык. То, что нужно. Он левша же, я надеюсь. Да, он левша. Слушай, вместо Кудряшова, да? Атакующий защитник. 12 миллионов, нам хватит. Нам хватит. Это будет усиление еще обороны. Плюс Монтера, плюс Барцали. У нас там линия защиты будет прям шикарная. Так, ну давай. 100% надо покупать. Тем более за 8 миллионов всего лишь. Они согласны. Давай за 9. Чуть-чуть доплатим, чтобы они точно согласились. Он не откажется перейти в наш клуб, где ему будет отведена более значимая роль. Сумма компенсации. Давай максимальную сделаем сразу. На 3 года. Зарплату поднимем ему. У нас есть деньги. Ну и бонус за победу бахнем ему. Надеюсь, что он не откажется из-за компенсации, из-за суммы компенсации. 28 миллионов. Так, ну это будет очень хорошая покупка. Он еще и молодой. Я надеюсь, будет дальше прогрессировать. Как раз атакующий защитник, то, что нам нужно. Он, кстати, и выше может играть, как видите. Неплохо, очень неплохо. Вот это скауты молодцы, вот это я понимаю. Бала Туре — это усиление прям состава. Так, а можно я посмотрю там в Лиге Европы? Неужели еще нет сборной там и так далее? Сборной турнира. Рейтинг голов, рейтинг голевых. Слушай, нету. А почему? Может быть, через день появится. Ну, в общем, лучший бомбардир Лиги Европы — это Бергвин. Ламерс тут есть, кстати, с 5 мячами. У нас Соболев... Смотрите, чуть-чуть не дотянул-то. Одного мяча. Вот в финале бы забил, он бы стал тоже лучшим бомбардиром Лиги Европы. Да, чуть-чуть Соболева не хватило. Голевые тут у Гёца и Вайгля. Боула нового по 4 отдали. Тоже чуть-чуть не хватило, на самом деле. Так, меня очень слезно просили показать, как там в Лиге Чемпионов дела обстоят у нас. И как Зенит выступил. Давайте посмотрим. Я быстренько пролистаю все группы. Вот Динамо Киев, отсюда попали к нам в Лигу Европы. Зенит — последнее место, Брюгге, Селтик, Манчестер Сити. Жесть, 2 ничьи, 4 поражения. Ужасное выступление Зенита.
Можно было со второго выходить с Брюгге-то и Селтиком, но, увы. Увы, но зато чемпионами станут в РПЛ. Да уж, печальное выступление. Ну и давайте посмотрим. Ливерпуль-Барселона финал. Ох, вот это будет финал. Вот это будет битва. Брюгге до 1/4 дошли, кстати. Ничего себе. Ну, наших клубов тут нет. По-моему, только Шахтер, да, из Украины. Там в плей-офф оказался в 1/8. Да, и сразу проиграли Манчестер Сити. Но это... Шахтер — это клиенты Манчестер Сити. Они часто встречаются в Лиге Чемпионов. Ну что ж, друзья, следующая серия будет финальной в сезоне. Сыграем последний тур, сыграем с уходящими звездами, с легендами. И уже будем подводить итоги всего сезона. И уже узнаем, вышли мы в Лигу Чемпионов или нет после победы в Лиге Европы. Посмотрите, сколько подписчиков сразу нам прилетело после победы в Лиге Европы. Уже 769 тысяч. По-моему, 590 было, да? До начала финала. А вот тут, видите, начинаем быть популярным клубом сразу после такого-то. Обыграли ПСЖ. Да, шейхам, наверное, очень обидно. Пусть нам деньги дают тогда, а не... каким-то там ПСЖ и Манчестер Сити. Ладно, ребят, спасибо большое, что посмотрели. Не забывайте про лайки и комментарии. Это было очень потно, это было очень напряженно, но мы это сделали. Всем пока!